Всем привет! У меня сегодня офигенная ситуация. Я вам записывала влог. Уже время 4 часа. И начала чистить телефон. Я вообще не знаю, как это происходит. У меня удалилось вообще все с телефона. Причем я чистила в Гугле, а удалилась с камеры. Я вообще не знаю, где там связь у меня. Раньше такого не было, но сейчас, видимо, так. Что я сегодня делала? Я не могу восстановить, поэтому влог будет такой. Я сегодня была дома, сделала отчет, написала. Потом что я еще сделала? Пошла в магазин, купила девчонкам вкусняшек. Сегодня конец четверти, и я решила их побаловать. А еще мы сегодня идем к подружке. И я вместе с вами добросовестно готовила шампиньоны. Но вы этого не увидите, потому что нет этого видео. Если вот я сейчас не восстановлю, то этого видео нет. Берем шампиньоны. Я их просто обмазала майонезом. Убрала ножки. 4 ножки у меня осталось. И остальные я порезала на мелкие кубики. Добавила туда тертый сыр. У меня мраморный был. Добавила чеснок, соль и немножко зелени, майонез, и все это перемешала и нафаршировала наши шампиньоны. Сейчас покажу, они готовятся, уже вовсю тут пахнут, но видео этого нету. Сегодня будет самый офигенно огромный влог. Как я рассказываю, что я делала сегодня целый день. Так обидно вообще. Это просто жесть. Вот. Сейчас покажу шампиньоны. Я тут пытаюсь еще пароль восстановить. И у меня ничего не получается. Просто трешак. На улице. Я еще была на улице. Показывала вам нашу замечательную погоду. Но туда я еще пойду и покажу. Там было очень скользко. Я в осенних сапогах ходила. Очень скользко. И сегодня у меня еще у аварюхи английский. И нужно идти на родительское собрание. Не забыть паспорт. Пропускной режим у нас. Что ты хочешь, зайчик? Тебя не возьму. Вот. А потом я иду к подружке. В общем, собственно, для чего я готовлю шампиньоны. Вот такие вот дела. Сейчас покажу, какие они красивенькие. Уже там зажариваются. Красавчики, вот они. Сыр весь порасплавился по ходу дела. Но выглядит очень красивенько. Я поставила на 30 минут 200 градусов. Но вот сейчас уже, мне кажется, их можно уже скоро доставать будет. Я вернулась домой, девчатки мои спят. Я посидела с подружкой, так заболтались, что время уже 2 часа ночи. Тут Никусечка меня ждала, мой зайчка. Девчонки спят. Сейчас пойду помочь, тоже ложиться спать, монтировать влог. Ну так кафенько посидели. Жалко, что сеструля долго не смогла сидеть, потому что Сашулька что-то раскапризничалась, хотела спать уже, наверное. Бузички, бузички, ты чувствуешь, что от меня пахнет Сёмкой. Я с котом, с подружкиным играла, у неё Сёмушка такой толстый, он как наши две Ники, вообще толстяк. Кстати, на улице сейчас вообще такая кайфовая погода, где ветра нет, просто так затишка. Так прям вообще кайфовенько идешь. 2 часа ночи, если честно, идешь. Пустота, машины только пролетают. Подъехали там. Как он называется-то, господи? Где курят кальян? Я забыла. Называется. Ну, в общем, туда машины подъехали, ну, видать, заканчивается. У нас вдали от Джон в 3 закрывается. И они все медленно переезжают курить кальян. Как он называется? Хаттабыч. Точно, Хаттабыч у нас называется. Туда машины подъезжали. Так что все. А я сейчас быстренько помоюсь, лягу спать. Так что всем спокойной ночи. Всем пока.